Привет-привет, мои творческие подписчики и творческие гости моего канала. Ну, собирала-собирала я вот такие цветные пакетики, чтобы для вас сделать мастер-класс. Сначала покажу, как складывать пакетики треугольничками, чтобы они не занимали много места. Очень удобно для хранения. Сворачивайте в 4 раза, сначала по краям, потом посерединке. И с того места, где у вас проборчик, начинаем складывать треугольничек. Доходим до ручек, заворачиваем ручки на обратную сторону и засовываем получившийся кулечек. Для чесночка нам нужны вот такие пакетики, белые матовые. Все, наверное, знаете, как делать чесночок, но я еще раз покажу, потому что мы будем собирать шикарные композиции. Обернули кусочек синтепона пакета, чуть-чуть подкрутили. Взяли ниточку, у меня нитки толстые, маркировкой 20. Обкрутили корешок и начинаем прокладывать прожилки. Чуть-чуть подтягиваем, но не с такой силой, чтобы порвать пакет. Провернули несколько раз, проложили поперек. Провернули несколько раз, проложили по диагонали. Еще раз провернули и проложили последнюю диагональ. Вот что у нас получилось. Обкручиваем еще несколько раз черенок. Отрезаем, чтобы у нас получился хвостик, хотя смотря какую композицию вы будете делать. Можно такой хвостик, можно подлиннее. И цветные тыковки мы делаем из цветных пакетиков. Также взяли кусочек синтепона, обернули пакетиком, подкрутили, в ручках помяли, придали форму. Можно сделать в 2 оборота. Видите, намного ярче будет. И точно так же обкручиваем ниточкой. Покрутили, покрутили. Сегодня будет много идей, не только из пакетов. И в конце я вам покажу идеи, куда же это все можно использовать. А идей очень много. Видите, длинный хвостик я оставила. Обмотала, обмотала ниточкой. И откладываем в сторону. Также тыковки можно сделать из шариков. Обрезаем резиночку. И внутрь добавляем точно так же синтепон. Побольше, побольше. Я недостаточно много положила. Можно еще побольше. Шарики, видите, такие матовые, непрозрачные. Внутрь вставляем палочку. У меня кусочек проволоки с загнутыми концами. Вставили, и для удобства я вот так края шарика подтягиваю. Уже тыковка держит форму. И делаем все то же самое. Подкрутили чуть-чуть хвостик, придали форму и обматываем ниткой. Обмотали, обмотали. И готова тыковка. Девочки, не забудьте подписаться на канал. Будет очень много интересных идей. И, конечно же, их воплощение, то есть мастер-классы. За счет проволоки мы можем черенок загнуть, придать любую форму. А также можно сделать тыковки из цветных капроновых колготок. Колготки я крашу краской для яиц. Для пасхальных. Сделаем чеснок из белых колготок. И здесь мы будем делать по-другому. Здесь мы будем ушивать. Именно такой чесночок я люблю больше всего. И тыковки тоже. Из капрона. Обрезали ниточку. Берем нитку, вставляем в иголку. Лучше в 2 сложения потолще. Проходим хвостик, вышли в середину. Обернули, вышли в хвостик. Прошиваем следующую дольку и следующую. То есть у нас получается не 8 долек, как в прошлый раз, а мы можем сделать, например, 5 долек. Намного интереснее вариант. Прошили, прошили, вышли в хвостик, сделали узелок. Все просто.
и быстро. Откладываем в сторону. Теперь мы делаем черенки. Черенки можно обмотать всем, чем угодно. Джутом, коричневой, зеленой пряжей и даже обрезками флиса. У меня есть обрезки флиса, сделаем листочки. Да вот любую форму вырезаем. Даже листочки вырезать не буду. Сделаю надсечку посередке и одеваю на тыковку. А теперь можно обматывать пряжи. Вырежу еще листочки. Листочек можно сделать тоже из обрезков флиса, фетра и даже кожи. Приложила к черенку и обмотала. Можно подклеить листочек, можно прямо пряжи примотать. Обрезала, завязала узелок. Все подклеиваем. И приклеила. Вот такая тыковка у нас получилась. Я сделала, как всегда, несколько тыковок. А вот это тейп-лента. Сейчас расскажу и покажу, что это такое. Вот так она выглядит. Между пальчиками растапливается. Она сделана из воска. Вернее, это гофробумага, на которую нанесен воск. Собираем, подклеиваем к тыковке. Пальчиками хорошенько разогреваем. Я капнула термоклей, потому что к шарику она не очень хорошо приклеивается. А вот флористики ее используют часто. Наматывать на проволоку и делать стебли у растений. Здесь еще тоже чуть-чуть подклею к шарику. А дальше уже все пойдет как по маслу. Вернее, как по воску. Обматываем пальчиками, разогреваем, и она друг к дружке прихватывается. Я покупаю вот такую вот лиану в отделах для флористики, где продаются цветочки, рамочки, горшочки и искусственные цветы. Хватает, но очень долго. Обматываем, склеиваем между собой. Докрутили, хвостик спрятали, обрываем. Вот какая красивая тыковка получилась. Мне из шарика очень нравится. Они такие красочные, такие они ядреные, кислотные, яркие. А вы уже поняли, что я люблю яркость, яркую. Мне не хватает ярких красок. Вот что у меня получилось. Смотрите, какая красота. Убираем в сторону. А вот они, тыковки из капрона. Они не такие красочные, но их тоже много где можно использовать. Черенок можно сверху покрыть акриловыми красками. Где у нас цветной капрон? Берем ненужные тканюшки. Лучше, чтобы они были зелененького цвета. У меня обрезок ткани от моих брюк. Беру диск. Обвожу. И ткань должна тянуться. Можете взять какую-то ненужную футболку. И делаем припуск с каждого края по 5 сантиметров от диска, от контура диска. 5 сантиметров, 5 сантиметров и так далее. Со всех сторон. Обводим контур. И вырезаем. Получился круг. Собираем. Можно сделать из вот такой ткани. Да без разницы, девочки, из какой сделаете. Собираем край на живульку.
Собрали, собрали. Вставляем диск, затягиваем и делаем узелочек. Вот такая основа у нас получилась. Можете вырезать из картона, не обязательно использовать диск. Берем ленточку. У меня ленточки от конфет, я их складываю в такую коробочку и потом использую в рукоделии или даже в вышивке лентами. Слишком яркая лента. Обязательно используем в изделии листочки разного оттенка, разной фактуры, из разных материалов. То есть я также навырезала из остатков флиса, взяла с лианы несколько листочков и по контуру приклеиваю. Ох, ленточка совсем сюда не подходит, в природе такого цвета нету. Девочки, не повторяйте моих ошибок. Я решила добавить несколько листочков из такой же ленты. Вырезала листочки, обожгла края, думала, более гармонично будет выглядеть. Но потом я все-таки все это отрезала, убрала и связала шнурочек из пряжи. Подклеиваем чеснок. Не бойтесь, клей пакет не порвет, не расплавит. Размещаем наш чеснок. Вы знаете, что у меня есть канал Инесса Куклотерапия, и я шью кукол. Почему бы на такое панно не добавить куколку, мордашку какого-то домовенка? Красота будет. Сделаю вам мастер-класс по домовушке на веничке. Сегодня выгружу на канал. И использую там эти тыковки и чесночок. Склеиваем обязательно между собой. Можно внутрь проложить листочки. Склеиваем все между собой. Склеиваем, никуда не торопимся. У меня есть вот такая вот пряжа. Отрезаю кусочек. Эти хвостики у чесночка можно сделать из всего чего угодно. Взять джут, кусочек мешковины нарезать. Я даже как-то делала с гречкой. Тоже прикольно получилось. Поэтому, девочки, смотрите, что у вас есть в наличии. Пинцетом неудобно, а пальцами очень удобно. Приклеила, и смотрите, уже прям имитация чеснока, чеснока. Я хочу перчики, вот так как рожки получается. Один вклею вертикально, а другой все-таки пускай смотрит вниз. У меня всего два перчика. Думала, куплю еще, но поехала, ни в одном отделе его нет, представляете? Придется делать своими руками. Не хватает мне красочности, добавила я букашку. Эту ленту я уберу, листочки отрежу, и потом в конце мы с вами приклеим шнурочек. Делаем второе изделие, второе панно. Можно использовать отдельно, а можно тоже прикрепить домовенка. Идею я покажу вам в конце видео. Я делала таких домовят. Берем чесночок с длинными хвостиками и прикручиваем по кругу к нашей ленте. Ленточку всегда можно нитками прикрутить друг к дружке, можно нарастить. Вот что получается. Пробелы заклеиваем, чесночок кое-где тоже между собой склеиваем. Формируем такую длинную пасмочку. Мне, как всегда, не хватает яркости, я добавляю листочки. Получается вот такая гроздь чеснока. Мы, наверное, все помним с детства и видели у бабушек. Вот что у меня получилось. Божьи коровки, листочки, конечно же, добавила. Приклеиваю шнурочек, связала крючком. Вот такое панно.
оберег. Можно также сделать композицию на веничке. Веничек это маленький. У нас такие продаются, размер 55-60 сантиметров. Можно собрать композицию из денежек, чеснока, тыковок, подковы, какой-нибудь доброй, доброжелательной надписи «Счастье вашему дому». Я сделала куклу, приклеила денежки, божьих коровок, тыковок, добавила лиану. Вот что у меня получилось. Как сделать такую куколку, можно посмотреть у меня на канале Инесса Куклотерапия. Ссылочку я оставлю в описании к видео. С такой куколкой справится любой новичок. Ну, красота же! Смотрите, какая красота! И подарить не стыдно, и дома повешать. Девчуля будет вас радовать долгие-долгие годы. Все быстро и просто. А теперь идеи для вас, девочки. Видите, сама такая пасмочка является украшением. Вот такого домовенка я делала с ложкой, обережек. Вот такую композицию можно собрать, сшить не только чеснок, а свеклу, лучок, приделать глазки. Вот такую серьезную композицию можно сделать с свечами, с фруктами. Ну, красота, смотрите, какая красота. Украшение любого дома. И все очень просто. Добавили листочков, тыковки, лианы. Вот как красиво получилось. А вот из сетки сделана тыква и украшена по краю композиции. Вот это венок с тыквой, с листочками. А это старая шляпа. Смотрите, сделали мордашку и получилась красота. Ну, пока-пока, дорогие мои. До новых встреч!